Era man verevs udziros etsa zambakhis peri Tu melkhis qeri tu sevdiano main samkheri Chito grito margalito da Chito grito da mero mindo da Chito grito da mero mindo da Chito grito da Chito grito da na, 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 na. Chito grito margalito da Всем привет, я Виталий Козлов. Да здесь камера, убери нахуй. Как вы поняли, мы находимся в городе Сочи. Уйочи, я тебе сказал камеру, убери нас, ладно. Гаишников нельзя снимать. Ладно. Вот она. Две минуты, говорит. Подожди, вышла через полчаса. Ты так красиво выглядишь. В натуре? Честно вру. Сука. Ладно, расскажи, что тебя зовут Тома, что ты один из главных героев сериала «Непосредственно Кака», что ты живешь в Сочи. Рассказал. Расскажи про свою машину, ладно. А я про нее ничего не знаю. Она такая же черная, как ты? Да, я под нее одела. Ты, короче, БМВшница, да? Вау, что за черная? Вот черная, значит, сочинская, да? Карбон, номера. А что не тонированная? Она выглядит сил на 400. А сколько в ней сил, знаешь? Тут бензин или дизель? Дизель. Почему не бензин? Ну, потому что дизель. Короче, это 320-я BMW, она дизельная. Тут, по-моему, 190 сил, запомни, пожалуйста. Все, я запомнила. Расскажи мне, пожалуйста, какая здесь коробка? Ты издеваешься? Автомат или механика? Автомат. Какой? Как называется, знаешь? Ладно, не знаю. Расскажи про блокировку дифференциала на твоей машине. Я не знаю, что это. Ладно, почему ты купила BMW, а не Mercedes? Кайфую, я сбэхиваюсь. Ну вот что тебе в ней нравится? Это боевая машина такая. Машина в полном M-перформансе. M-перформанс – это карбоновая губа, колеса, карбоновые накладки на зеркала, карбоновое лезвие. Это кем все расскажешь? А ты ж не расскажешь, приходится рассказывать. M-Performance, но не M. Какой у тебя тут привод? Подожди, какой привод? Полный, братан, полный привод, Вася. Точно, полный. Не задний? Нет, конечно, мне вообще страшно. Задний. Что случилось, ёлки-палки, а, брат? Видишь, братуха? Как ты, братишечка, свечка, да? Я себя покажу на ютубе, братуха. Да, да, братан. Короче, мы приехали просто на сочинскую мойку помыть машину. С Тамарой везде весело. Куда бы ты ни приехал, все и улыбаются, все и рады. Очень красивая. Новая тройка. Выглядит она реально очень быстро, не выглядит как дизельная машина. Что происходит? Короче, хотел там передать привет, там это, трынь-брынь, пупсиляри, кельмандыка, бухасари, воробишка, чик-чири, жари, пари, кельмандыкчик. Всю жизнь прожила здесь? Да, здесь. И как тебе? Бомба, обожаю этот город. Тут всегда тепло, прекрасный, значит, климат для выживания на улице, бродяги, короче, когда ходят, вот их дома нет. Как приезжих называют? Бздыхи. Бздыхи. А почему бздыхи? Почему бздыхи? А почему бздыхи? Я не знаю. Но это не абхазское слово какое-то? Не, бздыхи, блин, я не помню, какие это... Я просто... Меня все ругали так называть, нельзя бздыха, потому что мы с них вообще копеечку имеем. А почему тебя называют музыка? Кто это вообще придумал? Почему музыка? Потому что тебя слушать приятно? Да. А кто это придумал, расскажи? Серго тупой. Мы к дому подъехали, когда вот сериал все придумали, как меня туда воткнуть. Я же не с первых серий, я с пятой серии, получается. У меня был этот образ давно, с КВН еще, а имени не было у него. И вот мы как раз к дому, по-моему, подъехали, что-то думали, так ничего не придумали, и уже все, мне надо выходить. И такие выходим из машины, он такой стоит, вот так вот, так стоит, музыка.
музыка тебя будет звать. Я говорю, блин, как круто, такого имени ни у кого нет, как раз таки. А как вот так получилось, что ты начала как пацан себя вести? Да я же не всегда как пацан. Ну вот этот образ твой, откуда он взялся вообще? Правду рассказать? Много таких у меня родственников. А ты давно за рулем? Походу недавно. За рулем? Мне кажется, я как будто родилась за рулем. В прошлом году мне подарили права. Получается, все, ездила я в Аланию за ними. Там, да, дарили? Да. Братья есть у меня осетины, которые сказали, эй, Тамара, ладно. Смысл, у тебя прав нет, что мы тебе сделаем право? А, вот так и было, да? Ладно, ты себя считаешь блогером? Ну, какой я блогер? Ну, я не знаю, у тебя почти миллион подписчиков. Ну, могло быть и больше, если бы я прям делала, что надо, вот как блогеры ведут Инстаграм, там же главное активное. Вот кто тебе из блогеров симпатизирует? Мне? Да. Ну расскажи. Я не расскажу. Ну расскажи. Мне нравится Миша Литвин. Серьезно? Ну вот по первым впечатлениям, конечно, я же его сейчас прям хорошо не знаю. Но вот когда мы были на битве блогеров, он там был, он мне там очень понравился. Но он такой простой, мне кажется, парень. Простой, да, добродушный, светлый, хороший парень. Так все, конечно, хорошие. Ну его выделила я, выделила. Больше никто. Я Серго Каха. И точка. Я понял. Да. И больше... Щёфочка моя, обаяльная, пусть. Да, я вообще всех люблю. Всех, на кого я подписана, на блогеров, я всех люблю. Как ты все это не снимал? Да я пошутил. А, ты отманутка, я тебя обожаю, да опять. Тебе звонят, кстати. Да, меня звонит Артёмка, вот как раз вспомнилась. Да, Тём, вот с таким характером, как у меня, сложным, вообще со мной вообще удобно или неудобно, как ты считаешь? На громкую включить. Тём, на громкую. Внимательно. Тём. Меня послушай сейчас. Слышишь? Короче, там какие-то блогеры-хуёгеры, 4 дня съёмок подряд. Да. Дома, а.к.а. спорт, ну, по-братски тормози. Тём, он со мной боится ездить, прикинь, думаешь, я его завалю. Да, я его предупреждал. Я обгоняю, нет, ушла, да, нет. Да, да, тут тормози. О май гад, фрэнк. Блин, братан, мне не хватает, ты понимаешь, мощности сил. Сил мощности не хватает, как это вот, это нормально, меня дают чипануть, братан. Ну, первая машина, думаю, зачем мне много мощности. Ну, блин, я хочу спросить вопрос. Давай. Ну, можно я спрошу, давай. Поинтересуюсь? Да. Я, видишь, я тебя не снимаю, а видео фиксирую. Конечно, ты меня не можешь потому снять, да, братан, это я обидное снимаю, слово. Я же тебе не делка, чтобы я снимаю. Да. Расскажи, ты спортом занимаешься вообще? Да, ну так, знаешь, любительский, когда могу. А вообще у меня спорт еще на танцполе происходит постоянно. Кардио нагрузки у меня. Покажи мне его. Покажи мне его. Я домой хочу. Вот ты в душе очень сильный пацан. Да ты что? Да. У тебя, ну, характер такой пацанский. Да, просто твердый характер. Вот скажи мне, кто должен быть рядом с тобой, кто это выдержит? Вот как ты это видишь? Такой мощный должен быть. Такой серьезный мужчина. Капитальный. Ладно, если бы ты была пацаном, кого бы ты чпокнула? Из девушек? Ну да. Ну, по-любому, вот ты думала, вот я буду пацаном, была бы пацаном, я бы вот чпокнула ее вообще жестко так вот. Не, кого? Не скажи. Да, ну скажи, ну ладно. Нет, ну, я да не, нет я, такого. Я не буду выставлять, ладно. Точно я... не будешь выставлять? Точно. Бля, Патрицию, бля, такую. Ты занималась чем-то в детстве, да? Тэквондо, да. И как, у тебя пояс есть? Конечно. Серьезно? Да, мне Артем рассказал, что ты как-то под клубом Тёлкин рожу набила, это как-то. Правда? Как-то. Артём не рассказывал, как я из-за него пацанов била? Нет. А, когда его хотели пырнуть ножом, он не рассказывал? И что, ты впрягалась за него? Вот так, бля, идите сюда, меня. Это по небу там
во вторую школу зайди, 22-ю. Там тебя знают, да? Да. Ты смотрящий там был? Да, меня больше знают. Ну, было, помогли, конечно. Потом в колледже так пару раз для обозначения. Колледже? Ну, это спровоцировали уже, там же их знали. Кто что, первый курс, мы только заехали, бля. Что, рассказать все? Да, да. А я не буду! Мусарню приводили. Серьезно? Да. И что, ты на учете стоял? Я с мамой приходила, мама говорила, Томочка моя такая милая девочка, она никого никогда не побьет. Они говорили, ага, да, знаем мы таких милых. Да, было. Ой, но это все в прошлом. Сейчас-то я уже так не делаю. Да. Да, сейчас я уже такой огромный волкодав, вообще шавок не слышу. Вот тебе не завидно, что всякие московские шлюхи в 20 лет ездят на дорогих тачках, а у тебя вот первая в 29 и какая-то 320-я BMW? Нет, все будет. Главное, чтобы достойно. Что именно будет? А, вот, вот это хорошо. Все будет достойно, красиво. Честь дороже жизни, братан. Вот это правильно. Вот и все, так и живем вечно, бесконечно, блин. Зато своя, зато, блин, сама купила, ты понимаешь? Вот это молодец, умничка. 6 лет, блядь, ходили, грызли кусок хлеба всей бригадой нашей. Чем мы Каховской? Ну, конечно. Сейчас хоть что-то хапнули, и то что-то... Все равно не дожимаем. Ну, ничего, вы талантливые, вы прожмете. Ну, честные просто очень. Слушай, вот я много разных девочек знаю, но ты от всех отличаешься. Да, Тимач? Тебя вот как-то все уважают. А, не выделяй! Тебя вот как сестру любят. Да. Почему так? Иногда даже меня бесит, что все мне братики. Достали, братья. Слушай, вот если мальчик в тебя влюбится, что ему делать? Газовать. Газовать? Ну, конечно. Шансы есть? У всех есть шансы. Я видел тебя в одном ролике. Ты была на свадьбе одного криминального авторитета. Да. Часто посещаешь подобные мероприятия? Братуха, постоянно, братан, сходки. Я во главе, братан, качаем стол и решаем, как что дальше двигаться. Это моя племянница замуж выходила. Смотри, это карбонокерамика на Порше. Да? Да. А у меня есть? Нет, у тебя обычные металлические тормоза. Я красивая или нет? Да. Ты врешь, у меня вся голова, наверное, там типа. Можешь меня снимать так, чтобы у меня был маленький нос? Да, могу. Как? Ну так. Сука. Открывай капот. А как его открывать? Еще раз. Открылся он? Два раза, двойное должно быть. Так, расскажи, куда наливать воду, чтобы чистились стекла? Чтобы чистили стекла, воду надо наливать. Знаешь, куда? Ну, ты что, серьезно? Сколько ты уже на ней ездишь? Да сколько я на ней езжу, я вообще на ней не езжу. Так, давай, это самое простое задание. Куда налить воду? Конечно, блин, самое. Ай, умничка. Это я сейчас разобралась. Ну и вот, теперь ты знаешь, вот так открываешь. Да. И сюда наливаешь водичку. Видишь, она у тебя даже есть. Да. Куда наливать масло? Вот сюда же? Да, да, вот. Тут видишь, масленка нарисована. Масленка, значит, масло. Да. Запомнила? Это без тебя знала. Да, это ты знала, а куда воду налить ты не знала. Клемма где, знаешь? Я на... У Артема, кстати, у Серго была машина Audi самая первая, А4. И его постоянно клемма вылетала. И я на ней очень часто ездила и клемму эту забивала вечно булыжниками. Баба. Она вот тут сверху была. Ну, тут... Аккумулятор спрятан, но вот он плюс. Он выведен. Аккумулятор, скорее всего, тут в багажнике. Пару слов про Тому. Тамара. Я не знаю, что сказать, блядь. Том, мне спросят пару слов про тебя сказать. Это тут два слова не хватит, знаешь? Здесь надо очень долго говорить, блядь. Насчет чего? Тамара. Я им не рассказывала ничегошечки, чтобы они не знали, какая ебанашечка. Вот пару слов. Какая ебанашечка. Тамару уговорили купить БМВ? Да. Тёмочка уговорил. Ты что, охуел, пидорас? Ты всю жизнь хотел Мерседес ездить. Ты хотела Ешку. Я Ешку хотела, всю жизнь БМВ хотела, понял?
Короче, она хотела Ешку Мерседес, а потом ему говорили взять БМВ. Он всегда врет, не верьте никогда Сергу, он обманщик. Ты можешь что-нибудь сама решать вообще? Да. Она, да, она, знаешь, что я хочу сфоткаться, сфоткай. Давай. Вот это она сама решает. Включи габарит. Лучше бы вообще. А, Том, иди, я тебя научу фары включать. У тебя сейчас стоит авто. Машина сама выбирает, когда ей включать. Вот это габариты. Я без тебя это знаю. А что ты не включила тогда? Да потому что я габариты, у меня свои габариты. Я понял. Женственная. Ты вообще знаешь, можешь определиться? А я не могу определиться. В тебе, знаешь, тебе много образов живет. Да. Да, и они каждый раз разные. Как называют людей, у которых много образов? Ну, есть еще шизофрения. Не-не-не, это не то. Разносторонний. Ты человек сплит. Вот расскажи, сплит кто эти люди? Сплит не помнит, когда он из одного в другой образ переходит. Ты этим управляешь, или я не знаю, вот кто эти люди, которые... Если я бы этим не управляла, то все, все пушечки бы уже в хихи-больнице лежало. Вот кто эти люди, которые в тебе? Сколько их вообще? Это мои просто проявления. Они каждый раз вылазят. То есть, не обижаешь, я в лялю превращаюсь. Но смотря как, Вася, обижаешь, если по-доброму. То ты милая девочка, которая наслаждается морем, то нет. Так, как только появляются вот эти очки и панамка, сразу включается образ. Она... Конечно, братуха, а как иначе? Нормально? Да. Ровненько? Да. А, четко, братан? Да. А че волосы торчат, не говоришь, а? Говорю, четко, тебе как теперь доверять вообще можно после этого, а? При таких условиях однажды были, короче, там выбило зеркало, братуха, знаешь? Вот с таким, как ты туда попадешь, как верить тебе? Говорю, все четко, а с правой стороны волосы торчат. Ну рассказывай, откуда тачка вообще? Что, братуха, честная жизнь живем, откуда мы? А сережки говорю. Нет, а, говорю, у тебя все сережки, да. Расскажи, подождите, а номера случайно выпали такие? Какие номера случайно, кому могут выпадать? Подогрели, знаешь, какая история была? Короче, еду вот здесь по Сочи. Да. На этого, на Серго, на Сергошкиной машине. Сережка тогда, и у меня не было тогда тачки, понял? Да. Еду на его лайбе, и, короче, впереди меня вот эти номера едут. Вот номера. Я думаю, кто это, Вася, залетные игроки московские залетели в 777-й регион, вор, Вася. Еще такая у них лайба была. Так, я тебе сейчас скажу, это Мерседес, братан, СЛС, по-моему. Или ЦЛС у них был, Вася, или 220. Нет, ЦЛС, братан. Я разбираюсь, пиздец, как в Мерседесах, они для меня все одинаковые, короче. Я вообще их не понимаю, вообще. И через некоторое время встречаемся с одними ребятами, они, короче, вот как раз на ламбе на желтой ездят у нас тут по городу, короче. И приехали они вот с этими номерами, ну и вот пришлось, короче, у них забрать их и все. Они сказали, Томочка, они вот тебе прям подходят по образу жизни. Я говорю, давайте и все. Ты кавказская девушка. Из кавказской семьи. Вот как вообще твоя семья и твои родные относятся вот к вашему сериалу? Поначалу? Ну вот вообще, ужасно. Да. Вот. У меня брат чуть не повесил. Ты что, меня позоришь? А, ты что делаешь? Мне друзья все, ну его друзья говорили, что наоборот, типа, оставь, пусть занимаются творчеством, а у него вообще башню сорвало. Говорит, ты что, меня позоришь? Ты что, ненормальная. Не разрешал мне сниматься. Ну, мама вообще мне не видела этого всего. Отца не стало в 9 лет, когда мне было, 99-й год. Заболел инфаркт, короче. Так что у меня вот старший брат, на 12 лет он меня старше, он мне был как отец, как брат. Всегда рядом, поддерживает меня. Ну, у нас с ним хорошие очень отношения. Такие доверительные, и мы понимаем друг друга. И вообще, мы с ним одинаковые. Вот то, что я делаю, это он. Вот я говорил уже много раз, по-моему, за это видео, что ты очень талантливая и играешь круто, и танцуешь, и поешь, и любому комику можешь дать по трусам, как говорится. В любой проект, куда ты не вольешься, ты можешь вот за считанное время стать лицом этого проекта.
из-за твоего таланта. Вот не мешает тебе это? Да нет. А что мешает? Оно же оно бывает, может быть, надо быть чуть-чуть, знаешь, такой, вот как бывает, заходишь, да, в какую-то компанию, да, людей, и вот сразу выбивается, да, из всех вот это вот моя, блин, тарахтить. Ну, на фоне всех я тарахтю, короче, ну, такая да, маленькая, блин, я газа. Может быть и плохо это с одной стороны, раздражаю многих этим. Ну, тебе это наоборот, мне кажется, должно мотивировать. Я от всей души верю в тебя, что у тебя все получится. У всех у нас все получится. И спасибо, Костов Виталий, у тебя тоже все получится. Как ты меня снимаешь, круто, вау. Ну что ты, блин, душевную часть все запорола. С тобой невозможно. Нам надо было развернуться, ты знаешь. Вот тут уже, да? Ну что, это была вторая передача. Спасибо, что досмотрели ее до конца. Мы, естественно, на этом не останавливаемся. Скоро выйдет третья передача. Но что хочу сказать. Нужно обязательно подписаться на мой инстаграм, потому что там очень много интересного контента с тачками, как вот можно заметить. Но и вот что вы увидите в следующей передаче. Why? Why? Вот такая вечеринка! Why? Девушка, вас подбросить на работу? Танос, ты как Танос, у тебя это камни бесконечности. Настоящий камень. Я недавно зашел на твой инстаграм. Почему ты так любишь снимать видео, где ты в одних трусах? Во-первых, у меня красивое тело. Ага. Ну как не показать, если трусу тебе стоит там 200-300 евро. Я вот не понял, если честно, что там дорогие трусы. Версачи новую коллекцию ты не видел? Моя последняя ролик. Я нет. Ну ты дура, блин. Ноги раздвинула. Все, вошел красиво. Куда я попал? Артем, по-братски, давай больше так не будем делать. Я не хочу так.